Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Ну и вот, сбываются наши мечты. Вот. Едем мы на Колозеро, на наше налимье место. По навигатору нам ехать 8 километров до него. В прошлом году мы достаточно хорошо ноябрь-декабрь там отловились, но в этом году из-за аномального, как говорится, тепла, я не знаю, на севере такого, я не знаю, но я такого не помню, что в декабре только лед встал. Вот. Поэтому время сейчас 3:30 утра. Мы выбрали именно такое время, чтобы приехать сейчас половить немножко корюшки и после этого ехать ловить налима. Как раз утренний клев застать где-то с 6 до 7 утра он будет, может, до 8. Машины ездят. После этого рассветет, мы попробуем половить корюшку, ершей или что у нас там будет. Ну и остаться на вечерний клев налима с 3 где-то до 5. Планы у нас глобальные, большие, технику загрузили. Вот. Вот у нас получается раз санки, вторые санки. И это мы еще не все взяли. Вот. У нас еще немножко мы не взяли вещей. Рыбачить сегодня с нами будет Юрий Петрович. Всем привет. Так, ну что, ребята, все, осталось завести технику. Не знаю, после ремонта сделали достаточно серьезный ремонт в ней. Вот, поменяли вариатор, там, ремни. Вот, сейчас попробуем завести. Сейчас здесь. Так. Да, все включено, ну-ка. Давай, родной, не подводи. Так, ладно. Все, заводится, все хорошо. Ну все, едем на рыбалку. Ну вот остановились мы, решили попробовать корюшку половить хотя бы чуть на живца. Что-то лед нас как-то немножко пугает даже. Ну сейчас посмотрим, что за лед. Я не знаю просто даже какой лед. Не, а лед оказывается большой, Юрий Петрович. Значит, проскочим мы, должны середину-то проскочить. Вдоль берега, наверное, поедем. Ну, вдоль берега, нам все равно середину проскакивать. Но я думаю, не утонем. Санки у нас положительной плавучести. Буксировщик 1,5 на 50 тоже. Поэтому будем проскакивать. Ну, сейчас попробуем половить корюшку. Это сколько, сантиметров? До 20-25, наверное. Меньше. Ну, сантиметров 20 точно. Не, Юрий Петрович, глубокий. Ну да, 20 сантиметров. Ну и хорошо, слава богу. Давайте пробовать корюшку ловить. Давай пробовать корюшку ловить. Вот Юрий Петрович готовит снасть к работе. 4-5 крючков, Юрий Петрович. 5, да, с блесеночкой. Да. Ловить Юрий Петрович будет на мойву. А я буду ловить на опарыш. Уже удочку я свою поставил. И пока у нас глухо. Глубина под нами 5 метров. Ну, посмотрим, что у нас будет. Что-то мне так кажется, что ничего не будет. Ладно, посидим, посмотрим. Половим. Может, что-нибудь и поймаем. А есть, Юрий Петрович? Есть. Все-таки вытаскивайте. Рыбка есть. Ах, какая корюшка. Где там? Далеко? О. Вот она, родная. Корюшка наша любимая. Ну вот какие-то поклевочки у нас идут. 5 штучек я уже поймал. Нет. Юрий Петрович пока еще ни одной. Ну, какие-то вялые поклевочки. Ну-ка. Есть. Есть корюшка.
корюшка маленькая вообще. У меня там одинарники такие, что я не знаю. Так, акулу поймать можно. Есть? Нет. Уже шестая, да. Все-таки хоть какие-то живчики есть. Еще чуть половим и поедем. Она же есть. Корюшка долбит хорошо. Уже наловили достаточно много. О, какая. Бывает даже по две садится, но на одну удочку. На удочку Юрия Петровича брать не хочет. Никакую. Туда. Все, сейчас еще несколько штучек и можно ехать. Корюшка долбит одна за одной. Поклевки хорошие. Долбит. Юрий Петрович терпеливо ждет. Он уже поднимает. Есть, нет? Ну, ловили, может, достаточно много, уже за два десятка. Наверное, поедем, чтобы она не сдохла у нас. Вот. А на эту удочку вообще не поклевки. Рядом все. Ох ты, это уже нет, самое немоево. Немоево, налим? Да. Вот. Первый налимчик у нас. Посмотрим, где он там. Хороший? Да, хороший там. Ух ты. О, какой. Красавчик. Ну да, красивый налимчик. Первый клюнул на алиэкспрессовскую блесеночку с подсадкой мойвы. Ну, все, Юрий Петрович, отпускайте его. И... Да. Ох, тут тоже налим? Нет. Не, корюшка? Тут, скорее всего, была корюшка. Но... Она есть. Леска-то ходит. Да. Вот она и корюшка. Вот на эту удочку поймалась. Да, первая рыбина. Так, ладно, все, сейчас отпускаем всех и едем. Ну, давайте, Юрий Петрович, отправляйте за дедом с бабой. Да, давай, за дедом с бабушкой. Давай, вперед. Ну, вот так. Пока-пока, дружище. Ну все, Юрий Петрович, налим пойман. Да, можно ехать теперь за большими, он сейчас позовет их. Да, только нам еще 7 километров или 8 ехать. Вот. Ну, конечно, ехать тяжело, вот. Буксировщик с места не съезжает, потому что снег, а здесь чистейший лед. Вот. Не знаю, чтобы съехать, приходится расталкивать его. Потому что груза достаточно много, как я уже говорил, навешано у нас. Килограмм, наверное, под 300 везем. Не меньше. Все, собираемся и едем. Хватит ловить эту мелочь. Мы с Юрием Петровичем боимся тут ехать на мотобуксировщике. Не знаем, как бы через середину проскочить. И встречаем вот такие следы. Не знаю, кто-то ездил уже на машине, наверное. Ну, похоже на машину. Вот. Ехал свеже. Так что все, Юрий Петрович, нам бояться нечего. Едем по следам. Как хорошо иметь навигатор. Значит, вышли мы вот ровно на точки, на те, которые мы ловили в прошлом году. Вот здесь лунка была, здесь я сидел, вот там Юрий Петрович. И здесь на самые лучшие налимы брали. Так что в навигаторе у нас вот точки все забиты. Тут все видно. Да. Где какие точки. Сейчас достанем мотобур. Диаметр шнека 200. Проверьте вот такие лунки. Мотобур у нас там. Какой у нас там? Мотобур-то я уже забыл даже название. Таймень. Взяли мы палочек, чтобы флажки не провалились. Но это дальше вам все расскажем, покажем, что мы будем делать. А пока будем готовиться. Сейчас заведем и будем сверлить лунки. А вот так мы сверлим лунки. We'll be right back.
Да, вот у нас проблемы с вытаскиванием. Я не знаю, мы так и не смогли разобраться, как это делается. А вот, получилось. Да, лунки, конечно, получаются такие громадные. Вот. Сейчас. Десятка полтора уже просверлили. Все. Сейчас будем выставляться. Ну все, просверлили мы лунок, решили выставить флажки. Так как флажки диаметр совпадает с диаметром шнека 200, мы подкладываем вот такие палочки, чтобы флажок не проломился, да, вот так. Вот. Выставляем флажок. Глубину я смерил, где-то около 3 метров. Значит, крючки я сегодня новые буду использовать, вот такие. Вот, я их взял штучек 5 на пробу. Конечно, чувствую, что большие. Думал, корюшка покрупнее будет. Ну, ладно, попробуем. Да, что-то прям вообще. Перебор, сам понимаю, перебор. Ну, уже ничего не поделаешь. Вот. Попробуем пока несколько флажочков так поставить. Остальные будем ставить на более мелкие крючки. Все, опускаем. Смерили глубину. Сантиметров, наверное, 10 от дна приподняли. И хватит. Все, выставляем остальные флажки. Берем удочки и пошли стучать. Вот установили мы палаточку. Там свет у нас. Все хорошо. Вот так у нас светло. Раскладушечка. На ней очень удобно сидеть. Здесь у нас тоже вещи. Также накрыли мотобуксировщик санками, чтобы снегом не западал. Как-то погода не очень. Снег начинается. Юрий Петрович вот там удочку уже поставил. И сейчас и я буду нашу фирменную налимью блесну одевать. Флажки, десяток флажков выставили, но пока у нас как-то грустно. Ладно, сейчас будем готовиться и порыбачим. Сейчас Юрий Петрович здесь луночку просверлит. И будем сидеть кофе пить и ждать выхода на лима. Ну вот, сели мы в палаточку. Значит, многие спрашивают, что мы за блесны используем и как вообще эта конструкция. Я уже показывал, но еще раз покажу. Вот такая блесна, 20-30 грамм. Еще маленькая блесеночка. Вот она так звенит. Тройник. Здесь скотчем сделано. Берем светонакопительную палочку. Они в магазинах в Алиэкспрессе продаются. Ломаем. Вставляем. Все, она светится. Звенит, гремит. У меня вот такая блесна найдена в воде. Юрий Петрович использует вот такую блесну. Сейчас только звеняшку какую-нибудь оденет. Вот. В виде наживки мы используем вот такую корюшку, простую. Да. Маленькая корюшка. Режем на 3 кусочка себе. И на каждый тройник одеваем по куску корюшки. 1, 2. Ох, цепляется. Вот так. Все. Блесна светится с одной стороны, с другой гремит. Светится очень хорошо. Ярко прям. Вот. Потом все. И туда ее в воду. Вот там она играет. Ярко светится. Свежая корюшка привлекает налима. Все, выставляем глубину, поднимаем над дном сантиметра 2-3. Ну и постукиваем по дну, приподнимая на 5-10 сантиметров. Налим идет, видит и берет. Осталось только теперь дождаться выхода налима. Время сейчас уже 8, да, где-то 15 минут 8. Но еще полная ночь, и снег идет. Ну все, ловим. Ну вот у нас первая, кажется, сработочка, я не знаю. Что-то такое. Решил я обойти, смотрю. Флажок. Может, конечно, сам сорвался. Сейчас Юрий Петрович проверит. А можно выключать фонарик. Не есть, да? Не есть. Есть. Только он, правда,
небольшой. Ну, первый налимчик. А хорошо, вытащить можно там? Сейчас посмотрим. Если не сильно заглотил. А это горят крючки. Еще бы рыбку бы оставить живую. Ну, какие заглатывают крючки. Крючок, конечно. Да. Нет, наверное, не получится, да? Ну, какой крючок. Все, заглатывает и не парится. Давайте вытаскивайте рыбку. Давайте попробуем отпустить. Да, пусть живет. Да, давайте. Мы таких не берем никогда. Может, выживет, будем надеяться. Да. Ну, с почином, Юрий Петрович, в этом году. Первая рыбина у вас. Угу. Слава Богу. Ну, ждем хорошего налима. Это уже второй сегодня. Да, кстати, второй. Первый на удочку, второй... На флажок. На флажок. Ну, может, покрупнее выскочит. Да. Ну, это только начало. Да. Поэтому надежда умирает последней. Будем ждать. У нас времени много. Вот у нас очередной флажок. Это вот первый, который мы выставляли. О, все полностью размотано практически. Так, Юрий Петрович. О, право мне предоставляется вытащить. Ну, у меня, наверное, трешка, не меньше. Так. Что-то там пусто все. А вот бывает и вот так. Все. Сбил. Ладно. Попробуем сейчас еще раз выставить. Поставим свежего живца. Если он есть, значит, он далеко не уйдет. Ну, а чуть-чуть размотал. Видать, плохо я зацепил живца. Ну, ладно. Сейчас все быстренько сделаем и попробуем еще разочек. Ну, как говорится, если рыба не клюет, значит, мы поклюем. Посидим, попьем кофейку, поедим пиццу. Ну и будем ждать. У нас и на корюшку стоят удочки, и на налима. Но пока как-то грустновато. Ну, будем надеяться, что сейчас все у нас пойдет. Время 8 часов утра. Вот. Я надеюсь, в районе 9-10 должен быть выход налима утренний. Ну, подождем, посмотрим, что будет дальше. Значит, сидим мы такие. И раз, слышим, флажок стрельнул. Пойдем посмотрим. А, и пользуюсь я вот такими фонариками Эра. 1300 он стоит. Достаточно такой хороший, мощный свет. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Пойдем посмотрим. Ох, да, какой свет хороший. Где-то рядышком здесь. Вот он. Ага, вот он. Его аж сбило. Я смотрю. Ну, давайте. Есть? Есть. Хороший? Да нет. Опять маленький? Да. Ну, блин. Когда хороший, это пойду. Да. Не наш размер сегодня. Да. Точно, размер не наш. Прям вообще убивает. Ну, ладно, будем спасать. Если по вот крючки хорошо большие, не дает далеко заглотить. Сейчас мы его осторожненько спасем. Будильник. И отпустим. Корюшку нам отдай, родной. Да. Мы ее на наживку. Пустим. Ох ты, елки. Ладно. Может, выживешь. Ну, давайте попробуем. Ну, что ж поделаешь. Да. Давай, родной, беги. Папку приводи нам. Здесь нет. Есть же? Нет. Да есть, она же болталась. Да есть. Есть. А, есть, корюшка. Корюшка. Блин. Вот такая. Все-таки мы ее поймали. Ну и хорошо. Ловится, и слава богу. Ну вот у нас сработочка одна. Решили мы пойти проверить. Давайте. Есть? Есть. Мелкий? Да уже побольше. Больше? Да, небольшой. Ну, о. Ну, хоть на рыбину похож. Да. Ну, это ладно, наверное, возьмем. Вот, или отпустим.
Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, как... подожди, дай. Я не понял, где у него тут. Вот он, крючок. Заглотал сильно достаточно. Кидайте его в сторону. Не забудь, главное. Ну ладно, хоть уже покрупнее что-то. Ну вот у нас еще одна сработочка. О, я вижу еще одна. Вот сработка, вот. Ага. Ну давайте. Здесь все раскрутило, не? Все. Значит, должен быть хороший. Хороший, нет? Ну что-то так легко идет, что... Тяжело хоть идет, не? Нет, легко. Блин. Что ж за рыба-то? До этого рядышком клюнуло, тоже все разбил. Что, грустно, что ли? Да идет, но маленький, как там кажется. А, ну идет что-то. Да. Ну как маленький? Ох ты, ничего себе! Ой! А шел так. Ну да, вот он заглотил чуть-чуть. Шел очень легко. Ну вот уже более-менее, Юрий Петрович. Да. Вот он крючок. Ну. Хорошо заглочен. Как я и говорил, с каждым разом все будет больше, крупнее и крупнее. Вот мои слова сбываются. Ну у нас появилась тенденция, где они берут в одной стороне, где поглубже. На мели их нету. Ну пока бросайте, пойдемте тот посмотрим. Пойдем. Рядышком, вот они, рядышком. Все в одной стороне берут. Может, туда дальше посверлить? Да, сейчас посмотрим. Ну, размоточка. Сейчас увидим все. Есть, нет? Да. Мелкий. Ну, идет так же самое легко, но оказывается, оно может быть обманчиво. Потому что тот очень легко шел, а нормальный. Ну, не нормальный. В прошлом году мы таких отпускали. Так, ну что у нас идет, здесь-то? Идет легко. Не знаю, ну, это может быть обманчиво. Не, не крупный. Не, да. А вот этого мы отпустим. Ну, Юрий Петрович, цепайте его. Этот, даже он там заглотил. Да. Не, ну, сильно. Потому что проверяем часто. Да. Вот. Оставляем эту рыбку, которую он заглатывает всегда с головы. Ух ты, елки, как же тебе. Так, ну ладно, будем стараться сейчас отпустить его. Отцепить и отпустить. Да, елки. Ладно, сейчас помогу. Ну вот крючок мы извлекли безопасно. Давайте его. Беги, родной. Оп. Давай. Оп, молодец. Ну вот прошло 5 минут, наверное, решили переставлять флажки пойти. Вот здесь маленького поймали, еще опять поклевка. Значит, надо выставляться дальше. Сейчас Юрий Петрович вытащит на лиму. На лимищу. Есть? Да. Маленький? Скорее всего, да. Опять не крупный, да? Леска звенит. О! Ну. Так себе. Так себе, ну да. Сейчас посмотрим, как заглотил. Не сильно, значит. Сможете отцепить, значит, отсыпайте. Только рыбину вытащите. Я на нее уже третьего поймал. Ну вот, дорогие друзья, и заканчивается наша ночная утренняя рыбалка. Вот время 9:30 утра. Да, 9:30. Вот. На улице у нас еще темно. Может, чуть-чуть где-то дребезжит рассветик такой, но чуть-чуть. Рассветет, наверное, часов в 11, поэтому первая часть у нас заканчивается. Вот. Что хочешь сказать? Живцов мы наловили. Даже поймали двух налимов. Ну, один такой чуть больше килограммов, второй грамм 300, наверное. Но, к сожалению, не смогли мы его отпустить, потому что он заглотил нас хорошо. Было у нас достаточно много поклевок на флажки. Клевало в основном в одном месте. Мы туда сейчас быстренько переставили флажки. Но я думаю, когда рассветать начнет, они еще поклюют. Но это уже вы увидите во второй части. Как вам, Юрий Петрович, вообще? Первая рыбалка в этом году. У вас же открытие? Да, у меня открытие. В принципе, все хорошо. Рыбалка всегда хорошо. Главное, клевы есть. Надежда есть, поэтому будем ловить дальше. Да, ну хотелось бы, конечно, для Кулозера, для этого места покрупнее бы налим. Да, хотя покрупнее, бы, конечно. 2-3 килограмма. Вот. Валит у нас снег очень сильный. Вот. Сидим в палатке, все. Тут он. Ой,
нас тут отстегивается. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вторая часть не за горами. Ждите. И может быть нам там повезет. Все, ребят, всем счастливо. Всем пока. Всем пока.